некоторые люди говорят, почему Бог сотворил человека? Потому что Богу было скучно только иметь ангелов и все, которые ему служат. Почему? Потому что ангелы, они были как роботы. Все служили, всегда говорил, служили. Поэтому Бог хотел сотворить человека, которого сам хочет исполнять волю Божию. И он сотворил Адама. И потом взял из Адама одно ребро, засунул его, взял одно ребро и сделал Еву. Но кто-то может спросить, как он сделал Адама? Он взял прах земной и вдунул дыхание жизни. Бог сотворил людей, чтобы они разделяли с ним любовь. У мамы есть сын, и он всегда слушается ее, ну, не всегда. Иногда он маму огорчает. И когда мама его ругает, тогда он дарит свою любовь к маме своей. И потом они забывают все это и радуются. Мама мне говорит неделями, а я не слушаю. Мне говорится, и что? Что я ее не слушаюсь? И потом мама ругает. И потом мы дарим свою любовь, целуем, обнимаемся. И все это забываем. Но представьте себе, чтобы вместо сына был робот. Он бы все бы делал как нужно. Мама говорила ему бы, подмети. Он бы сразу взялся бы подметать. Помой пол. Он сразу бы взялся. Сделай кушать. Сделай то. Он просто сидит в одном углу и все. И делает ее работу. Но он не может дарить свою любовь, потому что он не робот. Не может обнимать ее, целовать не может. У Бога есть ангелы. И когда Бог что-то говорит, они всегда исполняют. Но они не дарят свою любовь к Богу. Они не могут дарить. Они как робот. Поэтому Бог хотел сотворить человека, чтобы они сами добровольно хотели ему служить. Я с вами прощаюсь. Всем пока.